Да, я не в состоянии, вот я это вызвал Uber, Uber. Водитель Uber оказался русским, да? Ну, да. Ты русский, откуда ты? Из Рязани? Да, из-под, да. Или из-под Рязани? Рязани. А, из-под Рязани. Это что у тебя за машина? S500 или как? Да, да. Да? Хорошая машина? Хорошая. Молодец. Мерседес, ничего себе. Видишь, вот так. А там-то плохо в Рязани сейчас, да? Хреново. Хреново там? Там такой Мерседес не купишь, наверное, не? На Uber не поработаешь. Миллионером, конечно. А, да? С миллионером? Понятно. Ну, спасибо, что приехал, а то я это пьяный. Я тебе эти чаевые хорошие заплачу. Uber, Uber. Вообще, это бизнес хороший на Uber работать или как? А то мне говорят, я вот это... Вчера я обедал дома, мне говорят, тебе хозяин это едой платит, говорит. По себе досудят. Говорят, хозяин тебе едой платит? Не, не едой. Да, едой и алкоголем. И еще свою жену в постель ложит со мной. Говорит, за то, что ты здесь это, да, это там, я не знаю, собаками гуляешь моими. Там убираешь, я не знаю, консервные банки закрываешь, говорит, да. Мою жену тоже тарахни разочек, блин. Да. Ну, нормально тогда все, вот на Uber. Может, мне тоже на Uber перейти? Да? Взять какой-нибудь этот... Toyota, это hybrid. И все. И буду на Uber работать. Ну ладно, вот такая была шуточка-зарисовочка. До свидания.